конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Насохин Евгений, мне 7 лет. Я живу в городе Курске. Автор Владимир Лившиц, вышиватель. Вы когда-нибудь видали, чтоб мальчишки вышивали? Не видали никогда? Да? Ну, а я приехал в лагерь. Речка, 5 сосновых дач. Льются песни, плещут флаги. Взад-вперед летает мяч. А в сторонке у опушки, чинно сидя на траве, рукодельницы подружки вышивают по канве. И матрешку, и зайчишку, и котенок не забыт. То гляжу, сидит мальчишка, лет 7-8 на вид. Взял он нитки, взял иголку, и, склонившись над хвостом, вышивает пруд и елку, как положено, листом. Вышивает со стороны, видно, к делу он привык. Так увлекся вышиванием, даже высунул язык. Пристает к нему приятель. Эй, девчонка, вышиватель, ты уж юбочку надень, вышиваешь каждый день. На такое замечание был ответ мальчишки прост. Отложил он вышивание, встал спокойно в полный рост. Раз, два, три, и все в порядке. Приставал он на лопатке, уложил он и опять сел на травку вышивать. Значит, все-таки бывает, что и мальчик вышивает. Это видел лично я, вышивка отличная.